Всех, дорогие друзья, с праздником, с добрым утром, с праздником Святой Пасхи, Христос воскресе! Вот такой у нас сегодня солнечный, прекрасный день. И сегодня мы поедем на машине, хотя тут недалеко, но возьмем стол, стулья и будем делать шашлык. После завтрака отправимся в лес. Сейчас у меня муж убежал, как всегда, купаться. Ну, а я дома. Время у нас уже 8:00. Что-то мы сегодня проспали. Яйца я вчера покрасила луковыми перьями. Ну, и, конечно, кулич. Вот так вот. А вот эти вот картинки, которые я хотела наклеить на яйца, купила в фикс-прайсе. Ну, полная ерунда, просто выбросить. Они просто не приклеиваются. Во-первых, они очень жесткие, и они, ну, не приклеиваются. Очень жесткие они. Были бы потоньше, они бы как-то это... Куда эти наклейки, не знаю. Я вообще видела, вот такие цветочки на яйца наклеивают на... Ну, вот на края. Вот так вот. Вот так. Ну и они тоже не приклеиваются нормально. Не знаю, просто выбросить. Ерунда какая-то. И решила я оставить просто так. Вот и все. Всех с праздником. И так вот выглядит наш стол. Вот такой кулич красивый. Там вот с рисунком. Это вот формочка. И сделала я по-быстрому, можно сказать, типа что-то Пасхи. В общем, из творога добавила простоквашки, добавила сахарной пудры, изюм и ванилин. И так получилось вкусно. В общем, такая вот у меня получилась Пасха. Ну и нам приятного аппетита. И вам тоже, девочки и мальчики. Дорогие друзья, мы в лесу. Вот так вот расположились. Там у нас стол. Я уже нарзанчика себе налила. Муж пошел за водой. У него болезнь, мыть машину. Машина только с мойки, но постояла. Солнце так светит, не знаю, как повернуться. Постояла около дома. А сейчас такая пыльная, сухая погода. Вся машина. Мало того, кто-то кормит чаек с верхних этажей. Всю машину обгадили чайки. И покрылась она пылью. То есть вот так. Вот. Сегодня такой теплый день, 17 градусов. Но здесь, конечно, такой ветерочек. Ветерочек все равно еще такой не летний, а весенний. Но тепло, тепло, тепло. Красота. День сегодня удался. И вот. Звонила тетушка, звала к себе. Ну, она так вот утром позвонила. Приезжайте, вроде бы там сын приедет, внук приедет. Говорю, нет, мы лучше на природу. Говорит, давайте вы к нам. Ну, говорит, нет, конечно, мы никуда не поедем. Ну, вот так. Вот как-то так. Пошла прогуляться. В лесу сухо. Вот. Ну, вроде бы пожара... Опасности пока не объявлено, но мы на мангале будем там вырыт ров такой песчаный от пожара. Мы туда ставим мангал и поджарим куриные. Не нашли этот барбекюшницу, не нашли с переездом. Куда? Я говорю, вроде бы вот прям вот вижу я ее, где она где-то лежит. Вот попадалась мне на глаза, но нет. Все везде обыскали, не нашли. Вот ехать уже надо. Барбекюшницы нет. Ну ладно, у нас были шампура. Этот мангал купили новый. Тот уже старый выбросили. Ну, они такие же не очень непрочные. Быстро из строя выходят. Да грязные становятся уже их, конечно, сохранять. Но на сезон хватит. Вот. Муж меня отругал, я на него обиделась и ушла. Говорит, зачем ты показываешь, что я мою машину? Я говорю, что такого? Ты же не в озере моешь. Он в озере набрал воды,
Не просто протереть стекла, но протереть от пыли машину. Что тут? Ты же ее не мылом моешь, ни чем-то. Машина у нас вот только с мойки и только запылилась. Просто стекла протереть и так немножко. Вот. Никакой химии, ничего нет. Чего говорю я такого? Что я такого сказала? Вот. Экология. Экология. Экология у нас вон еще хлеще. Тут все поливают и удобрениями, и химией всякой. Там от вредителей что-то. Это тоже все почва идет. Ну а тут просто вода. Ну что такого? Я не знаю. Я не вижу ничего особенного в этом. Конечно, в озере вот кто моет машину, да еще с шампунем, это все вода туда, вот водоем, где люди купаются. Все, конечно, вот это делать не надо. Ну, а так, ну, он вот не очень-то любит, когда я снимаю. Ну, иногда-то нормально относится, а так вот. Вот это не надо показывать, он мне говорит, не надо показывать. Я говорю, тогда это не надо делать. Если ты не хочешь, чтобы я показывала. Ничего в этом особенного нет, если ты из ведра воды помоешь, там протрешь машину от пыли. Ну. Ты начал тут бурчать. Говорю, не порти мне хорошее настроение. Ой. Борчливый становится, это просто ужас. В лесу, вот здесь вот зашла, здесь вообще ветра нет. Там, конечно, мы на этом, на бугре, там ветерок всегда продувает. Мы и раньше там отдыхали. Всегда там. Вот такая вот красота. Смотрите, мох какой. Единственная зелень. Пока, которые есть в лесу. А еще есть брусничные, а черничные кустики. Зелененькие. Так, эта травка пробивается еще. Все покрыто иголками. Вот видите, черничные кустики. И шишки кругом. Шишки. И иголки. Мох. Вот здесь вот хорошо ходить. Идешь, шишки хрустят так под ногами. Приятно. Надела очки. Солнце сверху светит. Очень ярко. Ой, девочки, YouTube, наверное, все накрывается. Вот смотрела Лену Красноярскую. Она говорит, у нее канал уже заблокировали с украшениями там. Ну, то есть, кто говорит, это аватарка, оформление канала уже пропало. У меня, кстати, аватарка тоже пропала, уже нет. Ну, хотя я могу зайти, просмотреть, загрузить пока. Вот, это видео, не знаю, успею загрузить на YouTube или нет. Ну, а так, будем на Яндекс.Дзен. Что делать? Даже вот так у меня с каналом как-то там неудачно. И, ну, мне служба поддержки написала там, что сделать. Я говорю, нет, для меня это непонятно. Ну, просто не хочу даже разбираться особо там вот с этим. Вот, но она мне ответила там, девушка, что напишите, мы вам там поможем. Ну, не знаю, как они там помогут. Ну, вместе со мной, может, как пошагово. И что-то мне не хочется даже заходить туда и что-то делать. В общем, там посмотрим. Но пока, по крайней мере, как-то так. Ну, видео я туда загружаю, но никакой монетизации у меня там ничего нет. И, не знаю, нет настроения мне там ничего делать. Честно говоря. Вот. Ой, жаль, жаль. Жаль, что YouTube от нас уходит, я так думаю, постепенно, постепенно.
Смотрите, сколько вот этих вот порослей. Вот совсем недавно их вообще не было. Вот как они быстро выросли. Это же все из шишек. Вот эти семена насеиваются. И смотрите, какая гущина. Вот, то есть взамен одних сосен целый лес вырастает. Смотрите, как часто. Их же никто не сажал, они сами растут здесь. Смотрите, какие молоденькие, зелененькие. Густо-густо насажено. Насажено, насеяно. Сами рассеиваются. Вот так вот здесь. Вот очень много молодых порослей. Здесь молоденькие, здесь совсем вот маленькие еще растут. Какой ствол. Ствол толстый. Разделяется на две части. На две сосны. Внизу один ствол. Как будто кто-то вверх ногами стоит. Ну что, пойдемте посмотрим на природу. Вот так здесь, там озеро. Здесь вот такая вот тропинка живописная. Надо подойти поближе к озеру. Посмотреть, что там. Там машина тоже приехала. Будут, наверное, шашлычки жарить, отдыхать. Чайки кричат. Здесь постоянно кричат чайки. Такой крик со всех сторон. Даже в городе везде чайки. Здесь уже кто-то вот... Кто-то уже гулял. И оставили пакет. Хотя здесь, по-моему, есть мусорный ящик где-то. Может быть, сейчас еще не поставили. Но там есть мусорный. Куда можно мусор убирать. Но пока нет. Здесь вот типа раздевалки. Озеро как вода. Воды много стало. Лед растаял, и вот там, где была прорубь, здесь вот купаются. Видите, какая черная вода. Ну, вода, в общем-то, прозрачная. Тут, наверное, дно черное, что ли. Вот так. Вот такое озеро. Там чайки плавают. Ну, рыбешки какие-то есть здесь, наверное. Смотрите, какая красивая верба. Наверное, это верба. Но, правда, веточки совсем другие. Да, такие мохнатенькие. Пушочки такие. Уже здесь пчелки. Ой. Вот какие махнушки. Пушистики. Как я хорошо сижу, грызу семечки. А? Как, говорю, я хорошо сижу, грызу семечки. Муж собрался мангал уже ставить. А что ж нехорошо сидеть, а? Красота. Ой. Ой, почти чуть не свалились.
Там уже у озера тоже молодежь пришла. Разожгли костер. Сейчас будут жарить шашлыки. И песенки уже запел. Все хорошо. Только у меня зарядочки-то совсем немножко. Сейчас поджарим шашлычки. Я взяла шампанское себе. Ну, муж за рулем, так как за рулем пить не будет, буду пить одна. Вот так. Придется одной пить. Придется пить одной. Вон он, дровишки. Костер разгорелся. Так, ответственный момент. Нанизываем мясо. Курицу я мариновала в кефире. По методу кефирича. В кефире с луком. Угли у нас там уже такие все прогорели, накалились, нагрелись. Сейчас будет шашлычок. Так, ну и здесь у нас шампанское, разные соусы. Муж у меня купил вот такой вот кавказский, особо острый. Он любит все поострее. Вот такого острого не было, просто был шашлычный с ароматной зеленью. И вот такой вот брусничный, но он очень сладкий какой-то, я не знаю, ну как варенье. Хотя написано соус для для мяса. Вот, взяли салфетки. Еще вот такие вот мидии в масле. Здесь у меня, я уже сделала салат. Дома все порезала. И вот такой салатик. И хотим мидии туда просто добавить. В этот салат все перемешать. Здесь взяла яйца, конечно, кулич, термосе чай. Нарзан, семечки. Ну, вот как-то так. Вот такой вот у нас салатик получился. Красота! Все, процесс идет. Жар у нас хороший. Шашлычок зарумянился. Так, шашлычок у нас уже в тарелочках. Все хорошо. И сейчас будет пух. Только не надо, не проливай потихонечку, пожалуйста. Как-то давным-давно у нас получилось, что у меня муж облился весь шампанским с ног до головы. На природе, да? Было такое, да? Мама еще давала тебе свою жилетку, ты сидел в ее жилетке. Да может вон туда отойдешь? Вот сюда. Вот так вот. Да. Что-то не хочет открываться шампанское. Так. Мы ждем. Я хочу шампанского. А оно открываться никак не хочет. Никак, да? Не хочет, ты да. Подумай, а. Ну. Ой, не могу. Можно было бы срезать пробку. Да, ну, откроешь сейчас. Даже. И шипит даже. Открыли. Наконец-то. Протолкнули пробку туда. Вот вы видали такое шампанское. И какое это венец. Венец Черноморья. Игристое вино. Полусладкое. Люблю полусладкое. Муж пьет нарзанчик. Не подумайте, что шампанское. Ну ладно, всех с праздником, да? Всех с праздником. Он уже даже говорить не может. Забу дыхание сперло. От того, как открывали шампанское. Так, ну хорошо. Всех с праздником. Раз. Еще раз, да, с праздником. Всем здоровья, счастья и мирного неба над головой.
Пока-пока.